В Чебоксарах сегодня подвели итоги республиканского марафона именем детства во имя детства. В акции добра участвовали общественные организации, предприниматели и просто неравнодушные. На благотворительные цели удалось собрать 5 800 000 рублей. На эти деньги купят книги, мебель для детских домов и школ, медицинское оборудование для реабилитации детей-инвалидов. Также средства пойдут на лекарства больным детям, помощь малообеспеченным семьям, поддержку юных талантов и спортсменов. Российский детский фонд был создан 30 лет назад, региональному отделению в Чувашии 25. И все эти годы каждый житель вносит свой посильный вклад в акцию добра. Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья общественная организация неоднократно помогала с закупкой дорогостоящего медицинского оборудования. Такая работа в рамках общественных организаций, в рамках благотворительных фондов позволяет очень гармонично добавить чего-то, дойти до каждого ребенка и дополнить вот эту большую масштабную работу, которая проводится под эгидой государства, ну и, конечно же, достичь максимального успеха. Важна не сумма, а важно самоучастие. И вот чем больше будет нас, людей, которые участвуют в этом активно, тем больше будет, конечно же, возможностей вот дополнить, соответствующим образом дойти до каждого, ну и, конечно же, охватить вниманием всех детей, которые в этом нуждаются.